виноват. Путин виноват. Политику активно обсуждают школьники. Даже ванильки покинули подоконники. Приветствую всех. Рагуль ТВ снова на связи. Жители окраины страны, ошибка 404, всегда задают один и тот же вопрос: а нас за что? Я думаю, этот короткий мультфильм с названием «Свинка-Ухранька» даст полный ответ эльфам, проживающим на окраине, и поднимет настроение нам, оркам. Смотрим. И далее. Рагуль ТВ представляет Джавелину. Это укроблогерша со страны 404. Облезлая обезьяна с мозгом креветки. Мерзость, орущая, проводящая обряды в прямом эфире. Уровень интеллекта ее виден невооруженным взглядом. Кстати, она как-то спалила свечкой себе волосы на стриме. Это видео вы можете посмотреть на Рутубе, на канале Палата 61. А теперь смотрим ее встречу в чат-рулетке с нашим блогером Пакулем. Нихуя, что она делает? Это икона. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Бля, давай, я знаю, что сделать надо. Прикинь, Джабелина. Ща ебать ебану, блядь. Просто охуеть, Джабелина. Ща будет пиздец, вот, разрыв. Это будет я в нарезку ебану, а? Джабелина, погоди. Следите за ее рукой. Она нажимает кнопку «Пожаловаться». С этого момента ты и вся твоя семья проклята. А теперь иди нахуй отсюда, псина недоразвитая. Она еще и забанила, блядь. Сука, проклятие ебаное. Это Джабелина палец в жопе держит. Смотрите, она узнала Андрюшу Пакулева. И в завершении нашего короткого ролика послушайте гимн, который эльфы 404-й орут на каждом шагу. И в чат-рулетках, и не только. Гарантирую, на 100% вам это понравится. Батько наш Бандера. Батько наш Бандера, а Шухевич мати, ми поїдем в Польщу, будем рачкувати. Виростила мати сина патріота, якщо придивитись кусок ідіота. І поїхав хлопець в Донбас воювати, щоб помародьорить і повбивати. Повернувся хлопець в чорному мішочку, тільки от не цілий, а весь по кусочку. Поховала мати
сына патриота. Слава Украине, слава идиотам. А мораль той пісні, щоби не ховати, на Донбас не треба носа вам сувати. Вот такая песенка. Всем добра, адекватным людям. И до новых встреч. Подписывайтесь на канал. Скоро будут новые видео. И немножко информации, дорогие друзья. Мой канал называется Палата 61. Можно просто ввести в поисковики, и вы сразу его увидите. Подписывайтесь, всегда свежая, интересная информация. Есть чат-рулетка. Это видео, где беседуем с другими людьми. Также обязательно подпишитесь на канал на Рутубе Палата 61. И есть группа с таким же названием Палата 61 ВКонтакте. Это если вы пользуетесь соцсетями. Буду рад вас там видеть. Также есть небольшой телеграм-канал с соответствующим названием. Смотрите, заходите. Буду рад новым подписчикам и, конечно, зрителям. Если хотите задать какой-то вопрос и получить ответ, вы можете его задать по ссылочке Donate Alerts. Все ссылочки под видео, разумеется. Смотрите, заходите, спрашивайте. С удовольствием отвечу на любые вопросы, которые в моей компетенции. Если чего-то не знаю, то могу для вас поискать информацию и, конечно же, дать ее вам в виде видео-ответа небольшого ролика. Это Donate Alerts. Задавайте вопросы, буду рад ответить, пообщаться. Всем пока, до новых встреч!